Мне не очень хочется даже отвечать на вопрос в случае войны взять ли оружие, потому что даже прогнозирование этого, я как человек, ослуживший опять же и в армии, понимаю, это плохие прогнозы. Кто из нас в случае войны, а ты будешь защищать родину? Конечно, я буду делать то, что я должен делать, если на меня нападают. Если меня пошлют кого-то завоевывать, не знаю, буду ли это делать. Наши женщины, как были мужественные, так они остались. По поводу фильмов, они нужны, потому что, если мы вспомним засилие фильмов про маленькую Веру, где мы видели женщин только как отдающихся иностранцам за жвачку, это же тоже было... Были такие девушки, они сейчас есть, но их немного, все-таки больше девушек хороших и правильных, это я как мужчина вам говорю. И мне хочется видеть образ хороших, положительных, мужественных женщин, потому что мужественное — это не значит грубое, мужественное — это значит надежное. Их немало, я знаю по рассказам своего отца, и я знаю на примере своей мамы, и вообще, глядя вокруг, хороших женщин, на которых можно положиться, больше. А если на них можно положиться в мирное время, значит, я уверен, на них можно положиться и в тяжелое военное время тоже.